Ну что, ребят, всем здравствуйте, да? Мы продолжаем проходить Star Wars. Вот. Как там называется? The Force Unleashed, да? The Force Unleashed. Игра очень прикольная. Ну, касцена... Прошлую серию я говорил, касцена... Кто не видел прошлую серию, вот тут сейчас подсказка выскочит в правом верхнем углу, вроде, или в левом. Вот. Игра очень прикольная. Мы, кстати, с прошлой серии... Ну, я так решил, что буду проходить на легкой... Самая легкая, типа, сложность, потому что это без геймпада на средней или на сложной вообще ничего делать. Вот, на клавиатуре, это как вы знаете, в Ассасине, на клавиатуре очень сложно проходить там. Игра очень прикольная, графисты довольно-таки для своего времени. Касцены сделаны реально как God of War. Я кто играл, типа, первую, вторую, третью часть, реально вот сделаны как там. Там, типа, графика в целом, типа, более-менее нормально, а вот касцены прям графисты-графисты. Вот. Просто теперь мы победили как раз-таки... Второго босса победили. В этой серии, так понимаю, будем третьего побеждать, либо дойдем до него. Вот. Поэтому Саша поудобнее. Наливайте чайку, кофейку. Кто что любит. Приятного аппетита, кто кушает сейчас. Приятного аппетита, кто пьет. Накидывайте пледик и... Приятного просмотра, мы начинаем. О, так, может, теперь мы прилетели с вами сюда. На какую-то третью планету. Вот. А, нормально. Понял. Нормально. Вот, и должны с кем-то сразиться. Да, К и У мы знаем, что так откидывать. Это просто. Только в чем разница, конечно. Понял. Так, let's go. Ой, чуть подлагивает, конечно, но я это исправлю. Исправлю. Ой, блядь. Угу. Let's go. Опа. А вот это мне нужно. Похоже, филуцианцы куда лучше организованы и намного сильнее, чем указано в имперских отчетах. Виден почерк джедая. Это да. Это да. Так, let's go сначала за этой херней. Мне она нужна. Получено 10 тысяч очков. Так, сразу нахуй. Ух, ебать. Ты чё, мальчик? Обознался, что ли, блядь? Кто там, блядь? Так, здесь, в принципе, ничего такого жесткого нету. О-о-о, а вот это? Подожди-ка. Так, let's go. Ладно, лазгу, нахуй, не будем трогать. Всякие растения, да, знаете, ребят, если видите растение, которого вы не знаете, лучше его не трогать, знаете. Так, let's go. Так, нам сюда. Преодолейте грибной подъем. Куда нам идти, в общем? Угу. Уже вижу несколько ништячков. Угу. Ну просто так здесь точно ничего не бывает, знаете, блядь. Иди сюда, мальчик. Пошел-ка ты нахуй сразу. Ой, блядь, грибы меня стреляют, прикинь. Он, ты прикинь, он стреляет в меня. Он прям в меня стреляет. Я
Я-ка сначала вот эту хуйню увидел. О, это нам такое надо. Ух, ебать вас тут, ребята. Тихо, главное не упасть самому, знаете. Что, все? Не, он бежит еще. Где он, блядь? А вон он, блядь, бежит. Давай. Иди, иди сюда. Вот такая вот есть хуйня. О! Это делает. Не очень, не очень прикольно. Так, ну я так понимаю, нам сюда, да, для начала? Так, вон там штучки есть прикольные. Да, нам, видимо, сюда. Нам нужно подниматься же, правильно? Нам сюда же, верно? Да, нам сюда. Давай. Да нахуй сразу же. А вон сзади бегут. Да все, дед, падай, блядь. Блядь. Меня дурали, конечно. Это не отнять. Ой, блядь. Let's go. Я уже думал, мы допрыгнем. Блядь, ты меня уронил. Ну, сука, блядь. Давайте нахуй сюда. Да нахуй, эта штука-то что ли? Да, делаю. Так, давайте кто-то соберем. Погнали наверх. Так-с. Какая-то шняга у меня есть наверху. Так, нам нужно наверх с вами. Let's go наверх. Давай, проходи, ёбаный, блядь. Кто? Странно. Ну ладно. Так, нам с вами вот сюда. А, вон кто стреляет, блядь. Понятно. Подожди, куда? Куда мне, блядь, он туда? Правильно понимаю, нам сюда. О, нам еще какая-то штука лежит. Чуть позже я заберу. Так, подожди. Угу. Давай, давай, быстрее. Так, ну нам наверх с вами. Нам с вами наверх, дальше. Так, теперь понять. А, вон туда. Да, дядя, иди нахуй. Блядь, ты чё, блядь, он прыгучий, что ли? Иди отсюда, блядь. Допрыгался, все, блядь. Так я тебя слышал. А вон ты, блядь. Прыгает что-то, блядь. Да. Я вот знаю, один раз тоже вот. Видел, как... Чел прыгал и все, допрыгался, блядь. Сука, блядь, иди отсюда, блядь. Блядь! Ну ебаный ты долбоеб. Ну что ты сделал? Блядь, ну в самый низ упал. Ну что это за хуйня, блядь? Ладно, сейчас сделаем по-другому. Ну, наверное, не запрыгну, да? Да. Ой, блядь. Прикинь. Не, ну ты прикинь. Просто из-за неосторожности упал. Ну что это за пиздец? Там челик я вижу уже.
Let's go. Дай-ка мне вот эту штуку. Иди, иди сюда, иди сюда. Я все, нету. Понятно. Где там чел? Ну иди сюда, ёпта. Я ж тебя выебу, блядь. Ебать, вас появилось. Иди отсюда. Такс. Повышение здоровья. Это хорошо. Так, ну мы почти с вами дошли, ребята. Так, ну нам сюда, да, так полагаю. Нам же сюда. Блядь, что ты там крадешься-то, нам? Я тебя увидел. Крадется он еще. Слышите? Кто-то там. Преодолеть грибной подъем. Ну, бля, уже. Ух, ебать, это что? Видите, одни какие-то растения, да, довольно красиво. Ну, инопланетяне неплохо обучены, но если тебе удастся распознать и устранить лидер в каждой группе, остальные будут деморализированы. Ну-ка еще. Убиты нахуй. Ну вон, блядь, он. Сюда, иди, ёбана. Вот чё, охуели, блядь. Как я там взял это? Типа. Так, куда нам? Ну, нам сюда, так понимаю, да? Куда нам? А не, нам туда. Блять. Это, кстати, неприятная штука. Так я буду внимательнее. Так, нам вот сюда. Блядь. Ох, бля, здорово, нахуй. Ох, ебать вас тут. Ты прикинь, их только так, что ли? А, блядь, что делают? Вон. Я не те херачу-то просто. Здорово, мужик, я к тебе пришел. Еще кто-то есть? Кто из них еще, блядь? Есть, где еще-то их? Вожак-то, блядь. Вон он, блядь, чмо, блядь. Поехали, блядь. Блядь. Ну ты ебаный, сука, иди сюда, нахуй. Я вас всех трахну здесь. Ох, ебать. Хорош. Это хорошая была сейчас. Так, теперь он тебе, блядь. Ну ты охуел, что ли, блядь? Ты нахуй.
Так надо. Раз. Да ёбаный ты нахуй. Слишком тут очень много, ребят. Слишком. Их тут слишком. Сосал, блядь. Девочка, блядь, просто. Все, я надеюсь. А что я могу? Ты ёбаный, сука. Блядь, ща. Я надеюсь, все. Let's go дальше. Все же? Вроде все. Блях, очень много видели, ребят. Так, он видел уже челика. Ну что там встал-то? Такс. Эта штука мне очень нужна, кстати говоря. Сфера силы. Серия силовых приемов. Let's go дальше. Куда нам, блядь, сюда? Куда нам идти-то вот сюда, блядь? Иду вот не туда, что ли, по-твоему, или что, блядь? Подожди, блядь, что я не понял. Нам сюда. А нам, видимо, забраться нужно или что, блядь? Блядь, охуенно. Нет. Просто не могу понять, куда нам дальше-то. Вот я иду сюда и... Дальше идем туда, прямо. Ай, блядь. Ебать, ты кто? Господин, судя по записям, вы проживаете место масштабного сражения войн. Так, подожди-ка. Подожди, а где? А вон их сзади, чел, да? Ты сзади их, этот? Хуй, блядь. Сюда иди, блядь. Я к тебе обращаюсь, ёпта. Все, пиздаем. Бля, ну это жестко. Кто ты, блядь? Ай, я ж пролагала, блядь. Let's go. Вот этот хуй очень жесткий будет, так понимаю. Сука, дай мне завершить там мой, блядь, прием. Ну, такой, такой. Нормальный, кстати, большой великан какой-то жесткий. Ой, бля. Пройдите в деревню бездну. Let's go. Ахуй, я так и думал. Господин, сканер показывает существо, очень крупных, живых существ рядом с вами. Это, конечно, их несколько, я вообще буду охуевать. Да, я заметил. G1. А, здорово, мужик. Так, сколько у него хп? Да я все ушел. Нахуй. Я могу как-то пробежать, типа, сквозь него, нет? И... А, ну все, он настолько легкий, что ли? Я думал, он не был бы таким легким на самом, блин, на самом сложном уровне. Да ты, блядь, сука, иди сюда, нахуй. Я
О, сюда. Подожди-ка, папочке такое надо. Где он, блядь? Где это, блядь? А, вот мне его. Да я не тебя вообще херачу, блядь. Это твоего, блядь. Дружка-то на. Все, надеюсь. Так, ну нам куда? Да вы заебете, вы че у вас так много здесь, блядь? Тут слишком много было. Еще бежит, чел. Все, let's go, нахуй, это пизду, блядь, все. Так, а где ваш этот, блядь? Да я не к вам, нахуй. Где он, блядь? А вон он, блядь. Здорово, уебок. Скуебан, такой еще, блядь. Бесконечная энергия, ну го, блядь. Блять, ты смотри, сколько их тут много. Ну, блять. Блять, можно я уйду отсюда нахуй? Ты охуел, ты нахуй, мальчик ебаный, блять. Жестко, кстати говоря. И нахуй, блядь. Сосите, блять, вы нахуй уже. Съебут меня, блять. Ну ты что тут делаешь? Все, пиздую, блять. Ой, блять, где он? А вот он, блять. Блять, где он? Да и ты, ебать, хуй, иди сюда, блядь. Так, куда мне идти-то? Нам идти вон туда с вами. Сзади же никого. Не, никого. Let's go. Ох, ебать, здесь. Да идите вы нахуй, блядь, дядя. Да иди нахуй, блядь, ты ебаный, конченый нахуй. Суки, я же сейчас... Идите нахуй отсюда. Где он, блядь? Пиздец, ребят, честно говоря. Блядь, только не говори, что здесь мы сейчас будем сражаться с боссом. Это будет такое. Охуенно.
А, их двое еще. Ты смеешься, что ли? Бля, мужик, я тебя сейчас уебну же. Уходим, уходим. Неправильно, неправильная хуйня. Понял. И не довольно-таки, да, масштабные кастан, прикольненькие. Где он еще один, блядь? А вот он, блядь. Так, уходим пока. Пока что уходим. О! Блядь, еще одни появились, прикинь. Давай, мужик, я к тебе сначала. Но они, кстати, довольно-таки легкие, типа, если их правильно убивать, то они легкие. Если они будут зажимать эти мелкие, блядь, они легкие довольно-таки. Но, бля, большие пиздец. И тут, видите, уже две разные мы видели касцены. И это еще одна. Предыдущую, когда мы убивали с вами. Let's go. Сюда иди. Где они все? Ты охуел? Это пизда сейчас будет, ребятки. Уходим, 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 уходим. Блять, вот мелкие меня очень сильно бесит тем, что они, блядь, видишь, на тебя нападают и не дают этого чувака ёбнуть. Бля, мужик, давай встал быстрее. Ты сейчас серьезно, блядь? Да ты, сука, ёбаный ты осел, блядь. Да это еще эти с этим, блядь, и с вожаком этим ёбаным. Ты, сука, те же ёбнут сейчас. Уходим, уходим. Бля, капец, да, тут рубиловка жесткая. Чем их тут 4 было, ребят. Это последний, я понял. Вот, это вторая касцена, прикиньте. Прикольно. Все. Иди сюда. Давайте, блядь, ёбаный вы нахуй. А почему ты не бьешь-то, ёбаный ты, блядь, нахуй? Он не бьет, ребят. Он не бил, если что. Блядь. Хорошо, надо, короче, их вот так вот оглушать, блядь. И нормально все будет. Чё за хуйня, подожди. Обороняются, что ли, блядь? Минус один. Все, я надеюсь, это все. Не, он там еще стоит, я вижу, чего. Это пиздос, ребят.
Вот они и баги, да? Вот они и баги. Мне жалко, что так подлагивает, конечно. Реально жалко. Но я пока что с этим ничего не могу сделать, ребят. Извиняйте. Сразу до свидания. Сюда иди. Где он, блядь? Все, let's go, ребята, я с вами теперь справлюсь. А вот, кстати, блок ставить как? На Е, ёпта. Понял. Все, let's go next. Бля, он еще ползет. Окей. Бля, мужики, ну ебать, отъебитесь вы от меня. Чего вам нужно от меня? Я, конечно, понимаю, что я, конечно, залез не туда, куда нужно, да. Это я не спорю, блядь. Ну, у меня такое задание, ёпта. Сфера какая-то достигнута еще красненькая у нас. Желтенькая, красненькая у нас в этом дополнительно достигнута сфера. Эклипс вызывает Старкиллера. Ты нашел цель? А, ты вышел на цель? Она близко, очень близко. Я ощущаю ее присутствие. Так, это какая-то у нас с вами сейчас загрузка идет. Есть три вида сфер. Повышение уровня. Красные сферы, серии приемов. Открывающие серии силовых приемов. Синие сферы, силовых приемов, повышающие ваши навыки и владение приемами. Ну, желтый там что-то еще. Помнишь, мы, короче, багом начали высоко прыгать? Ох, ебать. Ебать. А, вот он, это босс. Убийца нас пошел Вейдера. Но продолжает в древнюю бездну. Место жертвоприношения с незапамятных времен. Ты готов встретить свою судьбу? Так, ребятка, давай... Ребятка, блядь. Ребята, давайте-ка мы это оставим на следующую серию. Спасибо вам за просмотр, я думаю, серия получилась довольно-таки, типа, длинная, вот, боссом оставим на следующую серию, ну, это я считаю, что он босс, что это босс, вот, не знаю, как на самом деле, ну, вроде это босс. Спасибо вам за просмотр, там, лайк, подписочка, колокольчик, вам не сложно, мне приятно, комментарии по желанию, в принципе, все. Колокольчик не забывайте, потому что вы узнаете первые, одни из первых, когда выйдет видео. Вот, а еще есть телеграм-канал, ссылка в описании, там и на ВК нашу группу есть, ну, ссылка. Вот, в телеграме инсайды есть некоторые тоже, если у вас вот YouTube все-таки ничего не, да, вот это вот, скажем так, не это, оповещение скажет, все, до свидания, не приходит оповещение вот YouTube, можете писать на телеграм-канал, там всегда есть оповещение о новых сериях. В принципе, все, увидимся в следующей серии, давайте.